Привет всем, кто пришел на мой канал. Ну, сегодня я хочу показать такой один прикольный способ. То есть это для экстремалов, там кто ходит в горы, кто ходит в лес. То есть копчение сала в банке. Ну, соответственно, немного такой долговатый, такой неудобный способ. Но, как говорится, в экстремальных условиях, если хочется чего-то копченого, то можно и такое попробовать. Для этого вам понадобится банка, ну, лупа, либо какое-то стекло увеличительное, там очки, еще что-то. Ну, что найдете, как говорится, еще, кажется, под рукой. Фольга. Но если нет фольги, можно использовать, чтобы там снизу банки насыпать песок. Ну, а сверху какой закрыть какой-нибудь плотной тряпкой. Ну, копчение такое долговатое, на небольшие куски. Ну, способ очень интересный, хочу им поделиться. Ну, а кому нравится, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а я начинаю. Поехали. Так, ну что нам для этого понадобится? Это, соответственно, банка, в которой мы это будем делать. Кусок сала, небольшой лупа, ну, как говорится, если в каких-то походных условиях можно и простое стекло применить, то есть, как говорится, что будет под рукой, или очки. Понадобится, ну, какое-нибудь дерево, плодовых деревьев там, или береза, береза везде, в принципе, есть, все такое. Ну, термометр я взял показать, что температура очень маленькая, что это не критично для банки, она не разобьется, там не этовится. Ну, чтобы не коснулось пола, если в походных каких-то условиях, можно просто засыпать или песком, или землей, или еще чем-нибудь. Можно, если у вас есть фольга в это время, то просто обмотать концы вот этой палки, чтобы оно не коснулось ни дна, ни верха. Так, то есть вот так обмотали. Ну, я говорю, если в походных условиях, можете какой-нибудь песок насыпать вниз. Ложите это сюда. Теперь подвешиваем наше сало. Вот таким образом подвешиваем наше сало, накрываем сверху фольгой, ну, на крайний случай, если целлофановая пленка будет, смотря что есть, конечно, если в походно-полевых условиях, что попадется. Ну и все, и выходим на улицу, пока у нас еще есть солнце. Так, все, берем лупу. И разжигаем середину. Так, ну так долго помучились, ну и начинает уже потихоньку темнеть. Конечно, время занимает много, солнце вроде ярко светит, но, видать, то ли лупа не такая, промучился немножко долговато. Он потихоньку чернеет, сейчас начнет гореть. То есть это реально для тех, у кого есть много времени, заняться нечем на природе, и можно так потихонечку коптить. Ну, когда разойдется, то вот она у нас начинает дымить. То есть потихоньку банка запотевает, начинает дымить. Ну, вот такой мудреный способ, ну, как говорится, не из ничего, закоптить сало на природе. Ну, а вам понравилось, ставьте лайки. Ну и удачи вам. Пока.